Слушай, я пришел и сразу спрашиваю, где он тут? Мне дочь позвонила, говорит, ну доволен так. Слушай, я тут, видно, экскурсии уже впечатление какое производит. Гавриил Михайлович приехал в резиденцию «Третий возраст», чтобы проведать боевых друзей и посмотреть, как им отдыхается. Участник Великой Отечественной войны предполагал, что одинцовские ветераны попали в хорошие условия, но не думал, что настолько. Здесь все продумано до мелочей, даже дизайн помещений стилизован под 60-е и 70-е годы прошлого века, то время, когда резиденты были еще молодыми. Хотя в пансионате премиум-класса «Третий возраст» рады всем. У нас различные программы адаптированы для различных возрастов. Но, безусловно, специализация наша – это люди старшего поколения. В резиденции «Третий возраст» нет белого постельного белья со штамповкой и зеленых стен. Это не медицинское учреждение. Здесь можно отдохнуть, оздоровиться. И самое важное – пообщаться. Глава Одинцовского района лично проверил условия, в которых предстоит находиться нашим ветеранам Великой Отечественной. Благодаря Андрею Иванову, заслуженный Одинцов, отдыхают в резиденции бесплатно. Мне особо дорого то, что сейчас в нашей резиденции прибывают ветераны Великой Отечественной войны. Почему? Потому что на самом деле, ну, я не знаю, вот при словах, которые Гавриил Михайлович сегодня говорил про оборону Москвы, меня, честно говоря, внутри трепет какой-то. Знаете, вот я испытываю такое чувство к этим людям, которые действительно сделали для нас то, что мы сейчас живем, можем развиваться, можем рожать детей, как говорится, продолжать свой род и так далее. Гавриил Михайлович Дегтярев пока не резидент, а экскурсант. Он ознакомился со всеми услугами пансионата, на которые могут рассчитывать отдыхающие. Мы предлагаем еще нашим резидентам вот такой браслет. И если мы нажимаем, это демонстрационная модель, то обратите внимание, у персонала на руке также происходит вызов и, собственно говоря, идет дублирование. Поэтому персонал мгновенно подходит в соответствующий номер и уточняет, какие проблемы. Гавриил Михайлович побывал везде. В комнате сестры заботы, которая круглосуточно на посту, в кабинете массажа, в соляной и свето-аромакомнатах, в зале гимнастики и в ванном зале, в ресторане и творческой мастерской. Конечно, захотел остаться. А отзывы друзей окончательно настроили его на отдых. Мне все нравится абсолютно. Абсолютно все нравится. И расположение, и условия, и питание, и ну вот это все то, что мы видим, это большое полотно, море, там сидишь как будто на берегу, как будто на пляже. Все продумано, я не знаю, может быть, лучше бывает, не представляю. Сейчас в резиденции «Третий возраст» на безвозмездной основе отдыхают три одинцовских ветерана. Еще двое, в их числе и Гавриил Михайлович, присоединятся к ним в декабре. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».